Привет всем! И очередной мой наряд дня. Это вот такой сарафан Массимо Дотти. Это лен, вернее вискоза и немного льна. Очень легкая, очень такая просто вообще потрясающая тряпочка. Мне очень нравится. На лето, наверное, будет самая шикарная прохладная вещь. И главное, что у нас с запахом. Что мне очень нравится. Конечно, он открытый, совершенно откровенно, но я носить его буду обязательно с каким-нибудь верхом, и это будет каждый раз менять мой образ.